Всем привет, друзья! Наша студия уделяет пристальное внимание таким игровым дисциплинам, как StarCraft 2, Hearthstone и Overwatch. И совсем скоро, а именно 3-4 ноября, состоится грандиозное событие, главное событие этого года — BlizzCon. И мы с моими коллегами постараемся вам рассказать, что интересного ждать от этого мероприятия. Ну и, конечно же, здесь есть Алекс, который расскажет нам все о StarCraft, Алекс сами посвятит нас во все тонкости Hearthstone, ну и Гомер расскажет об Overwatch. Здравствуйте, друзья! Давайте начнем со Старкрафта. Алекс, чего нам ждать от этого мероприятия? В этом году любителей Старкрафта ждет очень много всего интересного на Близконе. Мы начнем с трофейного фонда. Это очень интересное нововведение, представленное в этом году разработчиками игры, для того, чтобы любители Старкрафта могли поддерживать различный киберспортивный контент благодаря различным внутриигровым покупкам, таким как, например, скины, портреты, ну и так далее. Изначально компания Blizzard Entertainment поставила цель пополнить призовой фонд Близкона на 200 тысяч долларов. В итоге эта цель была выполнена буквально за неделю. Неделю, поэтому можно ждать новых интересных анонсов, касающихся трофейного фонда в этом году. Помимо этого, говорят, что на Близконе состоится закрытый слет разработчиков искусственного интеллекта под предводительством всемирно известной компании DeepMind, подразделения Google, которая уже успела покорить человечество в игре Go. Говорят, что StarCraft должен идти следующим, поэтому где-то там на Близконе у нас будет настоящий слет разработчиков искусственного интеллекта, которые будут разрабатывать планы по покорению Человечества и в Старкрафте. Удачи мы им желать не будем, но надеемся на какой-то интересный пресс-релиз по итогам этого мероприятия. Ну и наконец, сюжетная составляющая. Наконец, одиночный режим игры. Многие сторонние наблюдатели удивляются, что же там еще происходит в Старкрафте. Вроде бы трилогия уже закончилась, какие там могут быть еще нововведения, но на самом деле сюжетная часть игры также разрабатывается. Во-первых, мы уже знаем о том, что появились новые главы в истории второго Старкрафта, ну и кроме того, очень активно. Развивается кооперативный режим. Это эдакий мостик между режимом одиночной игры и киберспортивной составляющей Старкрафта, где вы вместе со случайным напарником или своим другом можете выполнять миссии, которые немного напоминают игру именно в однопользовательский режим, именно в компанию второго Старкрафта. Этот режим действительно развивается, и база игроков кооперативного режима уже примерно соответствует базе игроков, которые увлекаются именно киберспортивным Старкрафтом. Поэтому я абсолютно убежден в том, что на Блисконе нас ждут новые интересные анонсы, касающиеся разработки кооперативного режима в мире второго Старкрафта. Ну а пока я предлагаю поговорить о других дисциплинах. Ну что ж, соревнование искусственного интеллекта действительно очень интересное. И чем это все закончится, я думаю, что нам остается только наблюдать. Да, действительно, давайте перейдем к Хардстоуну. Алисами, расскажи, чего же нам ждать? Близкон 2016 года выдался очень богатым на анонсы в мире Хардстоуна. Новое дополнение «Злачный город Прибамбаск», 132 карты, новая механика и уникальные мультиклассовые карты. Что ждет нас в этом году, нам остается только гадать. Уже точнее мы узнаем 3 ноября. Ну а 4 ноября у нас будет небольшая сессия разработчиков «Вопрос-ответ», где, возможно, мы наконец-то узнаем о внутриигровой статистике, также о внутриигровых турнирах. Ну а на этом мини-анонсы по Хардстоуну закончились. Хардстоун, как всегда, полон интриг. Спасибо Это большое, да. Олеся, и мы двигаемся дальше. У нас еще есть Гомер. Расскажи нам об Overwatch. Ну, на самом деле, можно много рассказать про Overwatch. Очень много произошло за этот год. Например, появились два новых режима. В частности, это Deathmatch и Team Deathmatch, которые уже сейчас опробуются очень активно. И на первом сезоне Overwatch Containers даже игрался шоу матч Ну, очень интересно это все выглядит. Но ну, помимо этого, было также добавлено около 10 карт и 4 новых героя. Кстати, это отдельная тема, за которую можно поговорить. Ведь ходят слухи, что именно на Близконе мы узнаем нового героя. Э, так как уже достаточно много времени прошло с кулака смерти, а ровно год назад зарелизили Сомбру. В теории, возможно, мы действительно увидим также, помимо этого, в 2016 году произошли другие знаковые события, анонс Лиги Овервотча, который мы все очень сильно ждем и уже в январе наконец-то сможем увидеть, как сильнейшие организации и вообще спортивные бренды будут бороться за внушительный призовой фонд и доказывать, что они являются сильнейшими в этой дисциплине. На самом деле параллельно этому еще прямо сейчас начинается ивент, он буквально пару дней назад стартанул, Хэллоуин и очень много классных новых скинцов, которые игроки могут получить за то, что открывают контейнеры. Это, конечно, все как раз закончится 1 ноября, поэтому Нужно успеть перед Блесконом набраться как можно больше этих худбоксов, пооткрывать и уже с новыми скинами готовиться, возможно, к новому герою. Лутбокс это любимое дело для всех фанатов Overwatch ну, что И ж, не, друзья, только Overwatch, не только Overwatch Если верить вашим словам, то действительно нам предстоит увидеть очень много всего интересного на Блисконе Он будет полон разных а, интересных вещей для всех любителей вселенной Blizzard Но для нас и для всех тех, кто смотрит это видео прямо сейчас, наверное, самой захватывающей будет часть именно киберспортивная Потому что на Близконе регулярно проходят заключительные части чемпионатов мира и Давайте поговорим вновь о Старкрафте и Алекс нам любезно расскажет, чего нам ожидать Ждать. С удовольствием, Тонь. Дело в том, что, как всегда на Близконе, нас ждет кульминация и развязка чемпионата мира по Старков 2 Legacy of the Void, World Championship Series Global Finals с общим призовым фондом 700 тысяч долларов. Но ну, традиционно, как вы понимаете, за победу будут бороться именно корейцы, и несколько титулованных корейцев мы уже потеряли. Так, действующий чемпион мира Бьян занял лишь десятое место в общем рейтинге корейских игроков в 2017 году, ну а двукратный чемпион мира SOS финишировал девятым. Это означает, что на Близконе не будет ни того, ни другого, а значит, StarCraft получит нового чемпиона мира. Но помимо тех событий, которые будут происходить на Близконе, мне также хотелось бы отметить неделю открытия WCS Opening Week. Вас ждут прямые трансляции, которые будут проходить 27 и 28 и 29 октября. Обязательно приходите к нам на прямые эфиры, подписывайтесь на нас в социальных сетях и не пропустите развязку и, конечно же, кульминацию чемпионата чемпионата мира по Старков 2 Лига the Void в 2017 году. Насколько я понимаю, Opening Week нет ни в Хардстоуне, ни в Overwatch, но там, безусловно, и без этого есть немало всего интересного. Чемпионат мира в прошлом году стал большим праздником для всего СНГ, ведь в гранд-финале встретился Павел, представитель России, и доктор Хиппи, представитель Украины. Также стоит отметить, что Павел в четвертьфинале выбил одного из самых ярких фаворитов этого турнира. Что касается непосредственно Близкона, впервые Хардстоун World Championship выносится отдельно. Но на данном фестивале мы увидим много крутых активностей, шоу, матчей. Также нас с вами ждет турнир Hearthstone Invitational, где команда из трех участников будут сражаться в разных форматах, за свои победы получать реликвии, которые в финале потом смогут обменять на что-то интереснейшее. Друзья! Чтобы первым узнать все самые свежие новости, не пропустить анонс нового дополнения, присоединяйтесь к нашей трансляции 3-4 ноября. Также подписывайтесь на наши социальные сети. Ну а на этом с хардзоунами буду заканчивать и передавать слово своему коллеге. Ну, действительно, очень много интересного пройдет и в рамках киберспортивного овервоча. Давайте для начала вспомним, как проходил World Cup 2016 года, потому что действительно он был очень и очень классным для нас в первую очередь, потому что еще в групповом этапе сборная России смогла выиграть важнейший для себя матч против сборной США, и тем самым выйти на комфортный для себя посев Это было невероятно здорово. И по итогу россияне добрались аж до финала, и только там проиграли корейцы, которые с тех пор и стали, по сути, корифеями киберспортивного овервоча. Сейчас ситуация не меняется, корейцы снова в деле, они снова готовы быть в качестве главного фаворита. И действительно очень много шансов, что именно они выиграют этот чемпионат мира. Ну, наверное, в пару к ним я бы поставил все-таки сборную Швеции. Посоветовал очень много наблюдать за ними. Эти ребята достойны вашего внимания. Там крайне сильный костяк Миссис, Плюс еще два игрока, которые также играют на про-сцене и светятся в Overwatch лиге. Ну, или, по крайней мере, будут светиться. Ну, по сути, здесь у нас, увы, сборной России не будет. Это, наверное, самое печальное для фанатов СНГ киберспорта. Все-таки в этом году свой ключевой матч россияне проиграли. Проиграли него против сборной Канады. Казалось бы, против такой простой связки, которую используют ну, очень часто, это Фара и Мерсин, и не смогли ничего предпринять. Теперь уже россияне не едут на Близкон, вместо них едет Канада. Ну и у Канады тоже сильно война, хотя с посевом им повезло намного меньше. Это, наверное, ключевая проблема для них. И если кому-то интересно посмотреть за андердогами, я бы посоветовал глянуть на сборную Китая и их матч против сборной Франции. Там, скорее всего, есть неплохой шанс на то, что а, действительно может аутсайдер обыграть фаворитов. Все-таки у французов все идет в последнее время не очень. Ну, конечно, чтобы быть в курсе, не забывайте про наши социальные сети, смотреть все это будете, как всегда, на Twitch, overwatch.ru. Ну и подписывайтесь на наш паблик, чтобы быть в курсе всех киберспортивных событий в рамках Overwatch, а, как World Cup 2017 года, так и впереди. И надеюсь, что вы ничего не пропустите и все самое интересное еще увидите. Да, действительно, этот Близкон обещает быть легендарным, и там будет куча всего интересного, и очень сложно уследить за всем, что будет там происходить. Или несложно, если вы купите виртуальный билет, с помощью которого вы получите доступ ко всему контенту с Близкона. Сможете смотреть его не только в лайве, но и в записи. И даже сможете посмотреть церемонию закрытия в записи, на которой, между прочим, будут выступать те самые Мьюз. Друзья, ну а лучше всего присоединяйтесь к нам на наших официальных русскоязычных трансляциях, где наши комментаторы любезно объясняют, вам все тонкости той или иной игры. И вместе с вами переживут лучшие моменты чемпионатов мира. Спасибо, что остаетесь с нами. Увидимся с вами еще.